Катастрофические результаты. 85% жителей Украины считают, что их страна находится в состоянии хаоса. Чуть меньше 3/4 опрошенных вообще полагают, что фактически наступил развал государства. Это показывают результаты исследования социологической группы «Рейтинг». Пессимизм людей вызван бедственной ситуацией в экономике. Более 60% граждан Украины считают, что за прошедший год их материальное положение ухудшилось. Столько же респондентов не в состоянии оплатить счета ЖКХ. 2/3 украинцев убеждены, главной причиной бед в стране является непрофессионализм и коррупция действующей власти. А второй причиной бед граждане незалежно считают развязанные Киевом военные действия в Донбассе. Прошлое на 2 миллиона долларов. В Центральном музее Таврида в Симферополе открылась выставка уникальных экспонатов. Их изъяли у черных копателей и передали Крымскому музею. Страховая стоимость коллекции почти 115 миллионов рублей. Как заявили в ФСБ, черные копатели зачастую исполняли заказы зарубежных коллекционеров. И к 2014 году в Крыму сложился нелегальный рынок торговли артефактами. Копатели без разрешений проводили раскопки и уничтожали курганы. Но сейчас ФСБ почти удалось прекратить деятельность черных копателей.